и записываю 10-й дубль. Всем привет, ребят! Сегодня мы пойдем по торговым центрам, посмотрим, что там можно выбрать на подарки и что там вообще интересненького происходит. Зацените, ребят, какие классные темпеля. Они бархатные. Очень прикольные. Есть зеленый оттенок и розовые такие вот. Вообще классные бархатные покрытия. Органайзеры для косметики тоже прикольные. Такой крутится. Можно сюда шампуни, можно всякую косметику, кисточки. Классно. Тоже для подарка, мне кажется, очень интересный вариант. Или вот такой. Для любителей косметики вообще супер. И для любителей вас. Красивый, да? Не знаю, я, конечно, не фанатею от вас, но тут очень большой выбор. А вот эти прикольные, смотри, с пупырками. Все супер. Где зеленый? А, ну это под кактус. А вот эти зеленые тоже. Прикольные. Или под кактус красивей. Очень красивые парфюмированные свечи. Это что за аромат? Мята. А, зеленый чай. Попробуй. Не? Это... Ну, такое. На любителя. Ядреное. Так, много цветочных, но я не сильно люблю. Клубничка. Это интересный какой-то тропический фрукт. Как жвачка, папа, как жвачка, но такой насыщенный. Прикольно, большой выбор. Разная упаковка. Вот это самый крутой, да? Страшный нюдовый цвет. Не, вот этот красивый, да? Качество у него вообще. Подарки тоже классные, полотенце, да? Но я уже всем надарила. Угу. Уже у всех по 10 полотенец. Красиво. Да, у всех есть уже. Из Турции привозили, и так покупали. Это классный подарок. Вообще, если не дарили полотенце, то это очень классный подарок. Так что имейте в виду, какой-то большой пушистый, либо набор и какой-нибудь красивый цвет. Халатик в упаковке. Не, что тоже вариант, да, выглядит неплохо. Как у тебя цвет? Сердечки такие. Надо не уносить. Хороший подарок, также плед. Есть разные такие пушистые, разные расцветки. Они все полиэстер. И есть вот такие вот, они более натуральный состав. Тут шерсть, ну, расцветочка такая на любителя. Шерсть, хлопок и что-то еще. И цвета разные. Красивые, да? Розовые очень красивые. Это подушка из пера страуса. Или это не подушка? А, это покрывало. Капец. Не советую такое дарить, это на любителя. Но выглядит прикольно. О-о-о, ну кошка не слезет, пока, наверное, все не выдерет из нее. А смотри, вот эти красивые, да? 1300. Дорогие. И разные расцветки есть. Розовая вообще бомбезная.